Первого. А сколько тебе лет? Семь. Сестренка, сколько? Детям от братьев с Америки, это миссия Источник Милосердия. Дети города Камрада и поселка Куча искренне благодарят вас миссию Источник Милосердия города Сакраменто. Да благословит вас Бог. Спасибо. Это мое прямое обращение, предложение, называйте его как хотите. Я предлагаю вам участок земли на территории Гагаузии, в живописной зоне, где есть лес, чтобы вы разместили там детский оздоровительный лагерь. Вы его сами построите, этот лагерь. Он будет официально числиться за вами. Вы сами будете набирать персонал, который там будет работать. Вы сами будете набирать детей, которых вы хотите оздоравливать в этом лагере. И для вас будут созданы все условия к тому, чтобы вы спокойно, беспрепятственно работали в этом лагере. Это будет польза и для гагаузского народа, это будет и реализация ваших целей и задач, которые вы будете ставить перед собой, принимая решение об открытии такого лагеря в Гагаузии. Добро пожаловать, я с удовольствием вам помогу. Спасибо. Господь дал нам веру. Мы когда заговорили, мы когда думали о лагере, вообще эта мысль долгое время Бог вложил в сердца, мне в сердце, вложил в сердца братьям нашим. И мы когда разговор пошел о лагере, мы верили и мы знаем, что он будет. И он будет работать. И мы на сегодняшний день имеем лагерь только потому, что это нужно Господу. Хорошее дело, то, что Бог положил начало, это очень хорошо. И для церкви это самый большой труд. Будущее церкви – это воспитание наших детей. Поколение Аминь. Детей – это Аминь. Будущее церкви. Поэтому пусть Бог благословит на них. Вам всем нашим передаем огромные наши приветы. Очень благодарны всем, что вы настроили на такое доброе дело. Мы этому рады, и не только мы, но рады и сельчане.